Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Олена Клепа. Як завжди, щовівторка ми зустрічаємося з освітянами міста та області. Сьогодні поговоримо про День захисника Вітчизни. В нашій студії Анатолій Бахтій, завідувач кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського, а ще полковник запасу, кандидат історичних наук та доцент. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, от кафедрі військової підготовки більше 35 років. Що змінилося взагалі от з перших днів, можливо, і от впродовж років до сьогоднішнього часу? Кафедра, по-перше, наверное, надо начать, что она была создана в 1979 году. И в 1979 году она была создана как кафедра по подготовке учителей початковой освіти військової. Военный. Поэтому она на первом этапе своем предназначена была готовить в педагогическом вузе, тогда институт имени Белинского педагогический, прежде всего учителей початковой военной или начальной военной подготовки. Что касается этой подготовки, то кафедра занималась на протяжении, наверное, 7 лет. И далее уже кафедра через 7 лет начала подготовку, кроме учителей начальной военной подготовки, подготовку учителей, не учителей, а офицеров, запаса с учителей, которые готовились в этом университете уже. И на сегодня, что касается этого вопроса, то кафедра, она не стоит на месте, она постоянно развивается в вопросах тех, что мы, начиная с подготовки учителей начальной военной подготовки, начали подготовку офицеров запаса по специальности военно-учетной, командира механизированных взводов. И за этот промежуток времени была открыта своя специальность. Она называлась допризывная подготовка. И уже к этой допризывной подготовке мы открывали различные специализации, чтобы учитель данного предмета мог преподавать в школе не только допризывную подготовку, но и другие дисциплины и имел нагрузку. И поэтому мы за небольшой промежуток времени, начиная с 2002 года по 2005 год, открыли еще, кроме допризывной подготовки, три специализации. Это допризывная подготовка физическая культура, допризывная подготовка информатика и допризывная подготовка психология. То есть здесь, которые учителя у нас выходили, они могли вести эти дисциплины в школе и практически большое количество времени, так как уделялось военным дисциплинам, это тактическое, огневой, другим предметам военным, то они также получали по выпуску и воинское звание лейтенант. Практически кафедра готовила этих преподавателей до призывной подготовки до 2011 года. Ну, из 2011 года в связи с тем, что был изменен предмет школьный, он вместо до призывной подготовки начал называться защитник Отечества, то уже мы, конечно, тоже переквалифицировались в эту подготовку этих преподавателей защитник Отечества, но что касается перехода, конечно, здесь он для нас не стал в лучшую сторону, конечно, как мы ожидали, а наоборот худший. Почему? Потому что с перечня подготовки учителей вообще эта дисциплина исчезла, и допризывная подготовка, и защитник Отечества, и поэтому осталась только специальность физическая культура, а к ней специализация защитник Отечества. На сегодня мы и готовим их. Поэтому предназначение, которое первоначально было для кафедры, оно менялось с учетом подготовки не только учителей допризывной подготовки, но и подготовки офицеров запаса. Я говорил, что мы готовили начали подготовку командиров механизированных взводов. С 2002 года мы начали подготовку офицеров запаса за специальностью боевое применение десантных парашютных морских частей соединений. И на сегодня мы готовим командиров взвода уже высокомобильно-десантных войск. Кроме этого, мы в 2015 году начали подготовку по новой воинской учетной специальности, это организация воздушно-десантной подготовки. И год назад открыли уже четвертую специализацию или специальность военно-учетную, это социальная психология. То есть мы, те, которые учатся на кафедре психологии, наших студентов готовим за специальность военной и социальной психологии.
На сегодня эта дисциплина, это направление, конечно, необходимо. Почему? Потому что оно связано с вопросами психологического воспитания личного состава, а также реабилитации личного состава, который был в АТО и вернулся с пункта постоянной дислокации. На сегодня в частях велась специальность психолог, поэтому вот мы готовим вот эту специальность для того, чтобы те, кто желает посвятить этому, шли далее в Вооруженные силы Украины, и занимались этим направлением, это работы по реабилитации военнослужащих. Поэтому, изменяя дисциплины подготовки, конечно, менялась материальная база. Кафедра за это существование, за 37 лет, изменила 3 места постоянной дислокации своей. Вот. На сегодня она находится в старом корпусе, ему уже более 200 лет. Вот. Поэтому здание, в принципе, мы ее стараемся поддерживать в нормальном состоянии, а также совершенствуем учебную материальную базу. Что касается учебной материальной базы, мы не стоим на месте. Вместе с открытием новых специальностей мы, и, конечно, в первую очередь, чтобы пройти лицензирование, готовим и материальные базы, и учебно-методическое обеспечение данной дисциплины. После того, как мы подготовились, конечно, мы только подаем документы на прохождение лицензирования данной специальности. Поэтому, касаясь учебно-материальной базы, конечно, надо отметить в том, что наши офицеры-преподаватели, которые есть, то они с ответственностью относятся к подготовке этой материальной базы. И все, что на сегодня создано на кафедре военной подготовки, классы, их 11 специализированных классов, 50-метровый тир, которым можно стрелять. У нас, кроме тира, есть и электронный тир, который мы оборудовали, и в этом нам помогли, конечно, департамент освиты, депутатский корпус у нас, народные депутаты, в его приобретении. Поэтому он дает возможность проводить занятия по огневой подготовке, не выезжая на полигоны. Вот. Мы имеем свою технику, которая нам, БТРы, которая нам позволяет и проводить занятия по вождению, по технической подготовке. Эти стенды, они оборудованы с помощью нашего завода БТРЗ, учебно-действующие стенды. То есть мы можем заводить технику и на месте отрабатывать все упражнения, которые нам необходимы. Поэтому, что касается остальных вопросов по воздушно-десантной подготовке, у нас есть договор 79-й десантно-штурмовой бригады, где мы можем пользоваться материальной базой бригады. Это парашютно-десантный комплекс, полоса препятствий, ну и другие необходимые нам участки на Терновском полигоне для проведения стрельбы. Почему? Потому что, проводя занятия, мы, и завершая учебную подготовку или подготовку офицеров запаса, мы проводим сборы учебные в течение месяца уже на базе 79-й десантно-штурмовой бригады, где личный состав выполняет стрельбы, вождение, прыжки. По возможности, если нам предоставляют самолеты или вертолеты и парашюты, то все это мы, конечно, выполняем, отрабатываем. На жаль, конечно, сегодня проблемы, они есть. Вопрос отработки проведения этих сборов. Почему? Потому что воинская часть, которая должна была проводить эти сборы, не всегда на сегодня находит, к сожалению, время. Вот, и не дает возможности, конечно, нам выполнять прыжки, потому что самолеты заняты, парашюты у нас тоже пока не полностью укомплектованы части. Поэтому здесь, конечно, в этом году появились проблемы, в том году. До этого проблем, конечно, не было. Почему? Потому что мы старались выполнять прыжки в клубе. У нас создан при кафедре 15 лет назад клуб военно-патриотического воспитания, где у нас открыто много секций. Вот. На сегодня, конечно, чуть-чуть секция у нас сократилась по различным причинам. Вот. Но, а что касается парашютной секции, то она у нас работала. Вот, работала до того года, до этого года практически. И если взять эту секцию, то у нас более там несколько, около, по-моему, 2000 отпрыгало девчат, юношей, бабушек, дедушек, мам, пап, вот, вместе со своими молодыми людьми или студентами. Вот, вел эту секцию Виктор Григорьевич Бояков, полковник в отставке. Вот, практически, когда ему исполнилось 80 лет, в этом году, он, конечно, уже сказал, 79 лет он сделал прыжок на воду еще, а сказал, что уже достаточно, надо будем вот сейчас
уже определять нового руководителя по этому направлению. И мы с ними, конечно, выполняли эти прыжки, не было проблем. Вообще клуб, конечно, он и не только прыжки, но и стрелковые секции, секции страйкбола, и рукопаж боевой гопак, и другие секции, которые мы привлекаем не только наших студентов нашей кафедры, но и студентов других вузов, которые учатся на кафедре. Поэтому здесь все это взаимосвязано. Почему? Потому что все оно потом при подготовке офицеров запаса, оно им необходимо для студентов. Какие цели и задачи ставят перед собой педагоги, когда обучают? Основная задача, как и у всех педагогов, это качество знаний, которые мы должны дать им, а студент должен эти качества приобрести. То бишь, на сегодня мы должны выпустить профессионального военного. Не говоря о том, что он офицер запаса, он должен быть профессионально подготовленный. И на сегодня, вот, начиная с 2009 года, практически наши студенты самостоятельно, до мобилизации еще не было, они, которые стремились посвятить себя службе вооруженных сил Украины, они шли служить, да. Некоторые добивались в 2009-2010 году дозвола с разрешения министра обороны шли. На сегодня, конечно, дали возможность, но на сегодня, к сожалению, уменьшается желающих проходить службу. Как ни жаль. Вот. И, естественно, студенты, проходя службу, на сегодня мы говорим, что на сегодня где-то у нас более, наверное, 200 человек так. По нашим данным, прошло служба в вооруженных силах Украины. Большое количество осталось студентов вооруженных сил Украины. И практически, беседуя с командирами частей, в которых наши студенты, выпускники, будем говорить, уже офицеры проходят службу, то замечаний по нашим выпускникам, командирам частей, командирам подразделений нет таких вот. Ну, есть, конечно, моменты, что недостаточное количество часов, которые бы хотелось больше дать, но нам не позволяет программа, которая сегодня есть для подготовки офицеров запаса. Поэтому педагог, основная задача – это качественно подготовить не студента, не по своей специальности, его готовить на факультетах, а за программой офицера запаса. То есть, насколько я понимаю, есть абитуриенты, которые целенаправленно приходят учиться, а есть и которые учатся параллельно, то есть еще по каким-то факультетам. Здесь у нас, говоря о подготовке, мы говорим, что мы сегодня все-таки кафедра наша, Николаевского университета имени Сухомлинского, она единственная в Украине, которые готовят не только офицеров запаса, но и учителя защиты Отечества. Поэтому, говоря об учителе защиты Отечества, мы его готовим. Для школ они, студенты, приходят со школьных скамей. После 11 класса они поступают на общих основаниях и учатся за этой специальностью, за специальность физической культуры. Вот. Мы сегодня хотим открыть специально, чтобы они учились за другими специальностями, допустим, дошкольная освита и початковая освита, и давать специализации им за защитник Отечества, чтобы они выходили в школе, преподавали эти дисциплины. А кроме этого, мы готовим офицеров запаса, то офицеры запаса, на которые готовятся, они приходят не со школьной скамьи, а со студенческой скамьи. Те, которые на сегодня учатся на втором курсе, вот они с 1 февраля 2018 года могут подавать все заявки на обучение на кафедре, и мы практически все те, кто прошел медицинскую комиссию при военкомате и по состоянию здоровья пригоден, то мы их всех забираем и обучаем на кафедре в течение 2 лет. И по окончанию 4-го курса бакалавра, практически после того, как они получили диплом бакалавра, мы уже присваиваем офицерское звание младший лейтенант. Кстати говоря, о присвоении звания, вот 13-го числа, накануне Дня защитника Отечества Украины, да, мы будем вручать в университете, у нас 128 выпускников этого года, которые прошли обучение, которые прошли сборы, будут получать офицерское звание младший лейтенант, мы им будем вручать в 13 часов 13-го звание пришедшие младшего лейтенанта. И на сегодня те, кто будет после окончания магистратуры, пожелает проходить службу вооруженных сил Украины, то практически может идти, брать отношения и служить в вооруженных силах Украины. Говоря о прохождении службы, я должен сказать, что
У нас большое количество вот, до сегодняшних годов идут в вооруженные силы Украины служить. Но не только вооруженные силы. Вот в том году у нас ушло 12 человек в вооруженные силы Украины. 10 человек ушло в национальную полицию, несколько человек ушло в службу безопасности Украины служить, 4 человека ушло в МЧС. И, то есть здесь, получая звание, они имеют возможность проходить не по своей специальности идти работать, а проходить службу в силовых структурах вооруженных сил Украины, в национальной полиции, Служб безопасности Украины, ну и МЧС. Поэтому здесь кафедра, конечно, не готовит по этому профилю, она готовит как защитник Отечества. Поэтому вот, получив погоны, они уже некоторые пойдут и будут проходить службу. Говоря о получении званий, то я должен сказать, что на сегодня у нас много и девчат идет на кафедру. Как вы думаете, с чем это связано? Наверное, мы скоро подойдем к матриархату. Да. С чем это связано? Ну, на сегодня есть востребование этих девчат, которые выпускаются на кафедре в армии. Почему? Потому что некоторые идут вот по специальности социальной психологии, да, они психологами идут. А некоторые, которые части не боевые, они берут и ставят на должность девчат по работе с личным составом. Заместители командиров рот, батареи по работе с личным составом. То есть девчата здесь позже выполняют эти функции, воспитывают ребят, да? Может быть, это нормально, может быть, они лучше будут прислушиваться. Вот. Ну, есть переводчики. Я думаю, и в учебе тоже ребята будут больше стремиться, чтобы показать девочкам. Да, главное, чтобы командиры их брали с удовольствием, тогда бы они, наверное, все пошли. Почему? Потому что, когда на сегодня спрашивают, кто пойдет служить, девчат больше всех поднимают руку, чем юношей. Вот. И есть переводчики, которые... В частях есть переводчики необходимые, девчата, они тоже берут с удовольствием, и они работают переводчиками. Вот накануне Дня защитника Украины, кто кому будет готовить сюрприз, мальчики девочкам или девочки мальчикам? Как будете идти защитники? Да, на сегодня, если, допустим, говорить о тех студентах, которые на сегодня с факультетов учатся на кафедре, а мы не только с нашего факультета учатся на кафедре Николаевского университета Сухомлинска, мы готовим со всех университета, у города Николаева, можно и Херсона, и других городов, студентов, те, которые пожелают. Поэтому мы у нас учатся и Николаевского университета кораблестроения, и Аграрного университета, и Мечникова, и Европейского, и других вузов. Вот. Главное, чтобы у студентов было желание учиться на кафедре, мы всех их берем, а кроме этого даже берем и те, которые военнослужащие проходят службу на сегодня и захотели, имеет желание получить воинское звание, имеет диплом бакалавра, но на сержантских должностях, и если они желают получить воинское звание, пойти на офицерские должности, они приходят, обучаются так же, как и студенты, 2 года у нас, и получают звание. Также могут и любые гражданские прийти, которые имеют диплом бакалавра и желают получить звание, мы берем, но здесь смотрим на возраст. Возраст должен не более 35 лет, только для гражданских. И с дипломом бакалавра у нас сегодня тоже приходят гражданки, как мы говорим, и учатся в течение 2 лет, и также получают звание. Поэтому, кто кому сюрприз готовит, здесь вот у нас сегодня на кафедре учатся 107 девчат, а всего учатся у нас на сегодня 250 человек. Поэтому вы видите, что практически почти половина из них девчат. Такого, конечно, не было. Это вот первый раз в этом году такое количество девчат у нас пришло. Ну, может быть, это и с тем связано, что мы открыли специальность социальной психологии. И практически все психологи, которые у нас сегодня учатся на кафедре, основная масса, а там же девчата все, они пришли, почти взвод этот полностью состоит из девчат. Ну, и на других специальностях, мы тоже берем на другие специальности. Поэтому сюрприз будут готовить, наверное, ребята готовят девчатам, а девчата будут готовить ребятам. Все по-честному. Все по-честному, да, 50 на 50. Я предлагаю немножко прерваться и посмотреть фотографии, скажем так, окунуться в жизни самого университета, нет самой кафедры. Давайте да. Посмотрим. Thank you.
насколько мы видим из видео, проводите довольно активную жизнь среди студентов, правильно? Правильно. Что касается нашей активной жизни на кафедре военной подготовки, то, конечно, у нас студенты не скучают. Почему? Потому что кроме организации учебного процесса у нас много проводятся мероприятий. Мероприятия связаны с военно-патриотическим воспитанием. Ну, и не только с воспитанием, но и досугом наших студентов на кафедре, чтобы отвлечься от дисциплин военных и немного иметь досуг. Вот здесь, посмотрев на фотографии, вы видите, что у нас и проводится до дню 8 марта и мисс кафедры. Благодаря девочкам. Да, дню защитника Украины мы проводим мисс кафедры, да, выбираем лучших студентов, да, уже юношей. Вот, проводим на 15 числа октября месяца, мы открываем спартакиаду, посвященную Дню Победы. Она у нас до Дня Победы будет идти. Это спортивные соревнования всех взводов, которые у нас учатся. Они будут участвовать в соревнованиях. Это и бег, это и подтягивание, это и волейбол, и футбол, и страйкбол. И... Нет, страйкбол не будет, стрельба вернее. И практически вот это все. Мы потом подводим итог по всем этим. И определяем лучшие взвода, и отмечаем их, награждаем. Вот. Кроме этого, мы проводим много мероприятий, что связано с мероприятием, которое организуется, проводится ко всем праздникам в городе и в области. Кафедра, наверное, нигде ни одного праздника не пропускает. Почему? Потому что везде, на всех мероприятиях, в городе и области, кафедра стоит на первом месте и участвует в мероприятиях. 14-го вот мы тоже участвуем в мероприятиях вместе с областью, которые в общем плане областном запланированы. Вот. Поэтому мы, конечно, может быть, слишком много проводится мероприятий, но на сегодня... Мы, главное, не срываем учебный процесс, и мероприятия, если у нас проводят там 10-12 возложений святого идет, да, и мы обеспечим эти мероприятия, то мы проводим эти занятия после обеда. То есть студент побывал на мероприятиях, это же вопрос решился военно-патриотическое воспитание, в то же время мы не сорвали занятия и провели занятия, как они запланированы по плану. Поэтому, кроме тех мероприятий, которые у нас проводит город, область и кафедра, большое количество мероприятий планирует, сама проводит. Вот. Поэтому здесь, почему мы вот это, проводим так много мероприятий? Конечно, сегодня проблемы военно-патриотического воспитания надо уделять внимание больше, больше, больше. Вот кафедра работает в теме по военно-патриотическому воспитанию, но она участвует в общей проблемной теме воспитания национального патриотического воспитания. Вместе с Институтом проблем воспитания работает университет, несколько кафедр, в том числе и кафедра наша. Исследуя вопросы, что касается военно-патриотического воспитания студентов и молоди в учебном процессе высших учебных заведений, то проводя тестирование, анализируя, кто к нам приходит, да, и как он патриотически подготовлен для выполнения своих дальнейших задач, которые связаны с подготовкой офицеров запаса, то мы на сегодня видим, что необходимо этой проблеме уделять больше внимания. Конечно, здесь, говоря о кафедре, о вузах, можно уделять внимание, но вы понимаете, что это должно начинаться, наверное, все-таки с детского садика и дальше идти. Почему? Потому что 30%, вот мы недавно проводили это тестирование, смотрели, 30% это негативно и низкая мотивация, или негативная, или низкая мотивация. Те, которые не желают ни учителем быть, он пришел, ни в армии служить, ни в других силовых структурах. То есть здесь ему так, мама сказала с папой, и он пошел. Надо, да? Да, надо. Идти, учись, в армию тебя не заберут или куда. Поэтому здесь, конечно, необходимо этим вопросом заниматься, и заниматься в школах, больше уделять внимание, в детсадах, чтобы уже приходили люди, которые имели понятие, зачем они пришли, для чего пришли и какая их функция. Тема очень интересная, я думаю, что можно будет по этой теме еще отдельно сделать программу. Потому что да, эта тема, да, если затронуть, она большая. Да.
Так что я думаю, что мы обязательно еще раз встретимся и уже поговорим вот чисто о воспитании, какое оно должно быть, и кого хочется видеть в будущем, ведь время меняется, люди меняются, и дети совсем видно, что раньше были одни, сейчас другие. Так абсолютно что... вы правы, да. Раньше процент, да, отношений и подход людей был вообще другой, да. Это можно видеть было... Вы понимаете, когда начинаются в стране какие-то события, то... Все меняется, да. Да, меняется, да, спасибо, видно все, спасибо да. вам большое. Я думаю, что мы еще поднимем эту тему. Дякую вам, мои любимые глядачі, що сьогодні були з нами. Не перемикайте.